ТВ БРИКС сегодня. Первый юридический форум БРИКС. Сегодня шла речь о том, что мы должны находить точки гармонизации законодательства, мы должны говорить об определенной стандартизации по отдельным вопросам. Бразильская литература, покоряющая русские души. Эта литература яркая, экзотическая, кстати говоря, совершенно не похожая на португальскую. Философские мысли Олега Шишкина. Шамбала – это тайна. Хотя одна из специй индийской кухни так и называется. Таинство чайной церемонии. Если вы хотите попить чай, почувствовать вкус чая, то лучше из закусок выбрать что-то в виде сухофруктов, цукатов, орехов. Оно даже подстегивает вкус чая. И фильмы из конкурсной программы «Эхо Фильм Фестивалс БРИКС». Смотри телевидение, будь БРИКСтером!